Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по традиции мы должны были выйти в прямой эфир канала Верблюжий остров. Но традицию мы сегодня изменили, потому что вчера утром рано попал в больницу мой дорогой, любимый брат, старший Очергаев Александр Борисович, онколог, кандидат медицинских наук. Вы, наверное, в репортажах наших видели, как он играл на саксофоне. Поэтому я хочу вас попросить, чтобы вы как-то помолились за моего брата, пожелали ему скорейшего выздоровления. И я вчера тоже просил своего друга Джигму Лану, который со вчерашнего дня тоже молится. И сегодня стоим на таком знаковом месте для нашей семьи. Это родник Верблюжий. И чтобы наш родник Верблюжий дал силы моему брату. И тот освящавший, который наш родник, Джергал Лама, который сейчас на небесах, чтобы тоже поддержал моего брата. Поэтому моя семья и все наши родственники ждут скорейшего выздоровления. Я знаю, брат, что ты сейчас посмотришь нас. Я тебя люблю, и все мои дети, Бадма, Айсуля, Батырка, Арсенчашка, Лена, все тебя любят. И все родственники ждут твоего скорейшего возвращения как бы в строй, чтобы ты побыстрее выздоровел. Всю жизнь ты лечил людей, и я знаю очень многие благодарные твои больные, которые, наверное, смотрят сейчас, тоже тебе пожелают огромного, быстрейшего выздоровления. Помолимся за моего брата.